26 февраля в ходе рейдовых мероприятий администрации Краснооктябрьского района сотрудниками МБУ ЖКХ Краснооктябрьского района был выявлен факт производства земляных работ. Также были проверены лица, которые проводили эти земляные работы. Разрешения на земляные работы у них не оказалось. В соответствии с чем данная информация была сообщена в отдел полиции номер 2 по Краснооктябрьскому району города Волгограда. В отношении лиц, которые проводили работы, были составлены протоколы по статье 87.8.11 Кодекса об административной ответственности Волгоградской области. В дальнейшем сейчас проводится разбирательство. Здесь в свое время заводом «Красный Октябрь» после непосредственно войны, насколько информация у нас есть, шлак от перетопки металла, то есть складировался здесь. Ранее он был, этот шлак, не востребован, его было нерентабельно, то есть перерабатывать вторично. Сейчас это более рентабельно, и, соответственно, эти черные копатели, мы так их назовем, производят эти работы. Работы проводились непосредственно в охранной зоне данного памятника. Данный памятник является объектом культурного наследия регионального значения. Территория данного памятника была установлена в 2012 году. Также были установлены в 2012 году режимы использования. Режим использования предполагают запрет на земляные работы без согласования с комитетом культуры. Здесь нужно проведение дополнительных мероприятий, да, и осмотр памятника дополнительный, то есть, чтобы выявить, было ли нанесен ущерб непосредственно самому памятнику. Приблизительно 20 на 20 квадратных метров она составляет, территория объекта культурного наследия.